Рыба-кит, папа рисует. Привет, ребят! Давайте сделаем сегодня поделки из обычных каштанов, которые я нашел на улице. И вы можете тоже легко найти их на улице. Если у вас нет каштанов, то используйте просто кусочки пластилина. Это тоже возможно. Или шишки. Давайте сегодня я хочу для вас слепить и сделать такую поделку. Это два грибочка. Очень просто. Я нашел два каштана, таких приплюснутых, видите? Они два приплюснутые каштана. Вот так вот я их ставлю. И вот так они лежат. И вот так лежат. Они хорошие. Это будут наши шляпки. Наши грибов шляпки. Для этого мне понадобится белый пластилин, зеленый и красный. Сделаем грибочки. Пластилин белый возьмем, поделим на две части. Это будут наши ножки. Сделаем из них шарик. Шарик. А после этого раскатаем в такую колбаску. И вторую тоже ножку сделаем тоже сразу же такую колбаску. Вот такая у нас колбаска получилась. Теперь колбаски оденем наши ножки. Ножки на наши шляпки. Смотрите, как получается здорово. Видите? Получается уже настоящий грибок. И сделаем второй грибок тоже поменьше. Один большой, второй поменьше будет. Два таких у меня здоровских. Грибочка будет. Вот, два грибочка. Но я хочу сделать настоящую поделку, которую можно отнести в школу или в садик и подарить папе с мамой, к примеру, да? Нужно, чтобы наши грибочки на чем-то стояли. Я возьму зеленую подставку из зеленого пластилина, слеплю. Я раздавливаю ее, но не так плотно, чтобы она совсем была тоненькая, а была вот такая плотненькая, видите? И чтобы на нее поместились два грибочка. Вот так я делаю и меряю. Один сюда поставлю грибочек, второй сюда поставлю, и получится у меня подставочка. Поставим пока. И, конечно же, на грибочках, на самой подставочке, мне будет травка всякая расти. Я сделаю маленькие кусочки зеленого пластилина и наклею прям сюда приклею. Смотрите, я прям их без какой-то расчета просто клею в разные стороны. Вот сюда, сюда и сюда. Много-много травинок, потому что грибочки растут в лесу, там, где много травы. Наклеили. Теперь делаем из красного пластилина, из красного шарики, и это будут ягодки. Мне хочется, чтобы моя поделка была такая жизнерадостная, чтобы были ягодки. Я беру и клею ягодки. Слепил и клею вот сюда одну и вот сюда одну. Видите, получается уже красиво. Но мы сделаем еще лучше, мы приклеим грибочек, надавим на него, вот так получится такой приземленный грибочек, и второй побольше, вот так. Смотрите, что получилось, давайте разглядывать. Получилась вот такая поделочка из маленьких-маленьких каштанов, которые мы нашли. Несложно это сделать, есть две ягодки, и третья здесь, травка, две ножки. Два каштана, трава, ягодки, все есть. Вот такие вот поделки вы можете делать у себя, с родителями, в садик. Такая подойдет очень супер хорошо. Спасибо, ребят, что лепите со мной. Это очень, я стараюсь найти очень-очень простые занятия, чтобы и поделки было легко-легко повторить. Творите, лепите, рисуйте. До новых встреч, пока-пока. Привет, меня зовут Ваня. Я папа. Предлагаю вам рыба-кит-бокс. Уроки рисования для детей. В коробке мелки, краски, кисточки, пластилин и флешка с уроками. Рыба-кит, папа рисует.